Уважаемые братья и сестры, сегодня у нас БЦГ-обогреватель, вот такой, значит, внизу такой таз, и лежит конфорка открытая 2 киловатта. Снизу дырка, вот, с дырки выходят провода. Сверху положен еще один таз, получается бесплатный обогрев в форме летающей тарелки. Применяется вот это вот поле, ребята, и вот это нижнее, нагревается до 100 и выше градусов, и можно обогревать большие комнаты. Так как форма, видите, летающей тарелки, поэтому хороший прогрев, хороший, значит, теплообмен с воздухом, и хорошо и быстро прогревается. Время прогрева до 100 градусов и выше примерно минут 10-15. А там он устанавливается на своей этой температуре 100 и выше, и постоянно так работает. Что применяем? Применяем зарядное устройство 42 вольта, 1,7 ампера. Что в итоге? В итоге, ребята, у нас получается... Сейчас покажу. Показания смотрим приборов. Подача, видите, 75. Обратка 118. То есть более на 40 ватт более. Поэтому, ребята, расхода тока нет. Так на 40 ватт более. Видите? Вот эта система может отдать 75 ватт сюда, а сама конфорка вырабатывает 118. То есть он только отдает вот сюда, на клеммы, вот клеммы, плюс и минус. И это работа на своем токе. А вот этот ток, ребята, до отсюда вот, с источника питания, возвращается назад, так как он не может пройти сюда. То есть встречи только с источником питания, и только этого нет. Вот это разделяет токи. Поэтому у нас расход ноль, так как ток, который вырабатывает конфорка, не может менее, чем ток, который может дать, пропустить вот эту систему. Благодаря этому мы получаем бесплатное отопление, значит, 175 ватт подача, 118, ребята, обратка. То есть подача не может преодолеть обратку подачи с этого, поэтому расход ноль. Мы, значит, берем только разность плотностей, плюс и минус. И получаем бесплатное отопление. А сейчас, уважаемые братья и сестры, я покажу схему этого чудного устройства. Итак, схема устройства. Конфорка. Здесь лежит на дне таза. Здесь дырка, вот выходит провода. Сверху второй таз закрывается. Получается типа летающая тарелка. Зарядное устройство 42 вольта, 76 ватт. Подает только плюс и минус. Плюс и минус, ребят, сюда подает. Так как конфорка вырабатывает больше, ток не может сюда пройти. 118 вырабатывает. Ток возвращается назад. А здесь мы только подаем плюс и минус, и вот здесь она взаимодействует. Но расхода нет, так как здесь тока больше. Ток идет в ту сторону, ребята, в какую меньше. Здесь вот меньше, но здесь оно его попустить сюда не может. Так устроена эта система, разделяет. В обратную сторону не пускает. Значит, вот этот ток уходит назад. Благодаря этому мы получаем бесплатное отопление. Благодарю вас за внимание. Всем удачи и стального вам железного богатырского здоровья.